Привет, мир! У нас 9 утра, и в тени сейчас вот нахожусь в дровянике. 25 градусов показывает градусник. Обещаю 35, но, скорее всего, все 40 будут. Животных мы не выпускаем, кроме гусят и гусей. Остальных сожрут, и они, ну, тепловые удары однозначно получат. Вечером выпустим. Также и на стройку поедем после 5, наверное, когда жара начнет спадать. Вот, но... Это, с одной стороны, конечно, хочется целый день там посвятить, больше сделать, но копятся дела и здесь дома. Девчонки вон иван-чай собирают, и очень много собрали, нужно его подготавливать, поэтому я помогу им с иван-чаем. У меня насос, походу, там накрывается, нужно его посмотреть, скважины, насос приказывает долго жить, поэтому выцепляю сейчас время, как раз-таки жара, и свои плюсы и минусы, в общем, в такой погоде. Гусята нашли свое место. Под крольчатниками в теньке. Этот вообще распластался во все стороны. Вон, вытянул лапы свои и томно дышит. О, этот тоже вон загорает. Перья-то появляются, наверное, жарко становится. Вообще не представляю, как кролики со своим мехом. Гусятам-то жарко, а этим-то вообще. Только захотела снять, и солнце зашло, и так темно теперь здесь становится. Я немножко переквалифицировался я из строителя кладки газобетонов. В заготовочке иван-чая. Выжимальщик иван-чая. Смотри, сколько много с одного этого. Ага. В общем, у нас пока на улице очень-очень жарко. На обеденный перерыв мы заготавливаем иван-чай, чтобы нам тоже помогать. Сегодня первый день, когда Соня ушла в лагерь, но они там с ночевкой будут. Поэтому мы взяли девчонкам помогать. Да. Артем Андреевич, у нас уже. Папа говорит, это меняемся со мной. Меняемся периодически. Папа говорит, это со мной столько. Да. Короче, вот потом его вот так вот сушим, нагреваем, сушим потом в этих гидраторах. Все шумит, жарко, даже здесь. Чем? Дегидратор. Дегидратор. Ну, сушилки называются дегидраторами. У нас, кстати, под последним видео я видела, люди спрашивают показать весь процесс изготовления иван-чая. А можно я покажу? У нас есть видео на канале, которое мы снимали по этому поводу. Делаем по тому же рецепту, могу по тему. Ссылку где-нибудь, вот напоминалку. Да, поставь, если не забудешь. Это старое видео, наверное, лет 5-6 мы снимали его назад. Ага. Что, Катя, ты хотел сказать? Я хочу сказать словами, как мы это делаем. Ну, нет, это показать, потому что сейчас будет долгое объяснение. В общем, ладно, надо будет... Кстати, купили нектаринки. Тёма с Катей говорят, что они переспелы, но они просто огонь тоже, они вкусные. Нет, очень. Я не говорю, что они переспелы. Не говоришь, что Тёма сказал, что переспелы? Ну, вкусные. В этом году прям и на черешню повезло, и на перский, и на нектарины. Прям такие вкусные просто. Так, ладно, показывай следующий процесс. В общем, у нас вот в банках оно мы собрали, вернее, девчонки собрали, в банки затолкали, оно здесь завялилось. Потом его надо выжимать сок. Сока получается очень много. И, кстати, этот сок я мажу лицо и мажу руки. И они просто шелковистые. Какой крем не нужен? Никакой крем не нужен. Всегда у папы, у меня. Ну, потому что у папы сил больше, а у тебя так. Я блоки таскаю. Ага. Я еще папе перелила сок. Показываю следующий этап. После тех бомбочек, ну, мы их раздираем, раздираем, и они отправляются в сушилку сушиться. И когда они уже хорошо высушены, я все это дело взвешиваю. У меня здесь есть специальные весы. Для иван-чая. Ну да, которые показывают и граммы, и килограммы. Здесь девчонки собрали цветы иван-чая, мы его тоже добавляем. Вообще его не добавляют, но просто очень красиво получается, когда чай с цветочками. Ну и вот следующий этап – это упаковка. Здесь вот эта вот большая коробка внизу 2 килограмма и вот эти вот по килограмму. Дальше по полкилограмма есть заказы. Ну вот сейчас, когда чай досохнет, я упакую его. Ну все, такими темпами надо 50 килограмм чая закрутить в этом году. 50 килограмм. Да? Да. Там заказов столько есть. Плевое дело. Катя, сейчас, успеем? Сейчас жара спадет, я пойду блоки класть. И все, ты уже снял себя. У меня уже руки нормальные, мягкие стали, так что все, пойду рубить. Не, на самом деле, если у вас есть возможность вот так вот с соком иван-чая волосы помыть или там просто руки помазать, у вас какие-то там проблемы с кожей, просто попробуйте. Горло прополоскать после праздников. Катя, ты что так посмотрела? Волосы, мам, попробуй их помыть. Я сколько раз уже пробовала.
Волосы мыть? Да, его как маску используешь, наносишь, через некоторое время смываешь, потому что так липкие получаются волосы и руки и так далее. А я просто видела, как вы это в раковину выливаете. Ну, не все же через я... Через голову уже. Нет, ну не вижу сок, я этот на голову выливаю. Некоторые в раковину выливают. Брызги-то попадают на волосы некоторые. Ой, ладно, вот, в общем, Иван чай заготовка полным ходом, и там в духовке есть, и он сушилка та, сушилка эта, все работают почти круглые сутки, заказов много. Ладно, все. Помогите. Иду помогать. Нет, это надо было в этом, когда отредактируете, надо было вставить. Папа глазом моргает, ему просто там писали, Тём, если тебя там принуждают, ты глазом моргни. Он моргает. Ой, ладно, все, бомбочек много, а сейчас есть что делать. Мы на солнце, но бегами. Вот сейчас вроде бы ветер поднимается, но такое ощущение, что этот ветер сам по себе горячий. Потому что у нас дело уже движется к вечеру, а на улице 33. Это для нашей местности аномальная жара, конечно. Животным по несколько раз в день воду меняем, потому что горячая просто, понимаете? Вода, дотрагиваешься до ведра, она горячая. Гусяткам сейчас воды налила, и вообще так быстро они растут. Вчера с соседкой разговариваем, говорит... Слушай, только вот недавно желтые комочки бегали, а сейчас такие динозавры, говорят, за курицами там, за петухом гонятся. Это да, растут они у нас достаточно быстро, потому что, во-первых, у них всегда в доступе комбикорм, вода и трава. Просто в неограниченном количестве. Поэтому вот и хорошо растут. Кормим мы, кстати, тем же самым комбикормом от мелькомбинат Экорм. Только мы перешли уже не на старт, а на откорм. Компании, кстати, Мелькомбинат, они работают уже 40 лет, и они сами разрабатывают корма для всех видов животных. То есть они понимают, для какого вида животных какой баланс в кормах должен быть. Поэтому животные наши так хорошо растут. Мы недавно были у Миши с Леной, и они, кстати, завели бройлеров. Привет! Эй! Пока сейчас не понять, какие... А когда говоришь нашим гусям, они гуси, а эти им без разницы вообще. Они вот такие. Видишь, у них сережки и гребни большие. Сами у себя на уме. А курочки, они другие маленько. Смотри, держатся. Поменьше за сетку держатся, смотри. Ага. Вот так курочка. Вон вы едите там, пальцы? Много петухов здесь. Очень. Пальцы едите? Не, они тебе не даже... Они вообще просто тихие, они спокойные. Они просто лежат еще, едят еще. Слушай, такая непильная поилка, она рабочая у тебя? Да. Фига прикольно. Смотри, вот. Расскажите что-нибудь. Вот. Бьется все. Фига жарит лампочку хорошо. Вот, они сами пьют. Ну, круто. А вот она туда-сюда валь, и вот канистра стоит, и все. А вот эта вот красная лампа у тебя круглые сутки? Просто так работает? Сейчас, сейчас холодно, она. Они сами, как бы, если им жарко, они уйдут в тень. Они сами, если что, включат и выключат. Они в тень уйдут сами. Мы бройлеров тоже хотели в этом году взять, но, к сожалению, опять у нас не получилось. Я надеюсь, что на следующий год хотя бы у нас будут бройлеры. Да вот у них тоже корма от мелькомбината Экорм, специальный для бройлеров. И у них тоже уже стадия такая, что у них вот эти вот жиробасики уже тоже на откорме. У нас Катя, любительница сбора камней, приходит такая, говорит, мам, смотри, какой гусиный есть. Я такая сначала, что он такой серый? Подложи гусям. Это камешек такой, да. У нас, кстати, гусыня сидит на яйцах, и у нас вот остался тот еще комбикорм, который для старта. И мы, как все мы выяснили, еще в прошлом ролике говорили, что Экорм, срок годности у них где-то 3 месяца, где-то 6 месяцев. Поэтому мы много кормов не покупаем. Вот как мы прицеп купили и пошли запихали туда кормов много. Нет, мы теперь берем по несколько мешков, животные съели, потом идем покупаем опять свежие. Радует то, что их корма можно даже через Озон заказать. И пункты, где можно купить их корм, есть у них на сайте. Допустим, мы в Тверь поехали, там на улице вокзальной заехали, купили и так далее. Поэтому ссылку на компанию Экорм
оставлю в описании под видео. Зайдете на сайт и всю интересующую вас информацию сможете там прочитать. Они опять щемят там этого петуха, смотри. Наложили гусятам комбикорм. Клоха пришла, всех выгнала. Кормит цыплят. Сейчас гуси придут, выгонят. Ничего не меняется, мы приехали на мороженое. Приехали на стройку, но в этот раз с мороженым. Кто же на стройку едет без мороженого? Надо сначала поесть его, а потом идти работать. Сейчас целое ведерко мороженого с хомячим и приступим. Ангину получим? Да не получим, мы днем сюда не приехали, и скорее всего мы сейчас поменяем свое... как это? График. График, да, поменяем. Не будем днем работать, потому что сейчас в машине показывало 35 градусов вчера. Всех уже, наверное, достала эта температура. Сейчас будет писать, это у вас 32, у нас 45, это вот сейчас жарко. Не, ну для нашей местности это очень жарко. Первым делом все-таки надо съесть мороженое. Ну, вроде как должно быть вкусно, его вроде бы много, целая ведерко. Здесь у всех... кедровые орешки где-то там внутри. Да, хорошо у нас ложечки в машине оказались. А то... Вкусно? Ты снимай, снимай. Подольше снимай. Подольше поснимаю. Я небольшой любитель мороженого, только такую жару. А хорошо. Слушай, можно было подождать, чтобы она еще немножечко растаяла. В общем, едим мороженое и приступаем к работе. У наших девчонок сегодня особая миссия. Они должны вот весь этот мусор здесь собрать. Ну как мусор, который блоки маленькие кусочки и досочки сложит. Пену тоже надо убрать, да, в мешок с мусором. И мы потом будем здесь докладывать песок на обратную засыпку, сколько нужно будет. Теперь работа с нивелиром будет у нас гораздо чаще, потому что все надо выставлять ровно. Глаз сфокусирован, да я вообще ее не вижу пока. Засмотрелся просто. На жену. На жену. Вот сюда смотреть надо. Да, влево чуть-чуть. Лево в другой стороне. Да, стой. Непонятно. 570. 570. 569. У меня здесь, Тёма, осталась еще одна штука и все. Ну, ты проволоки нет? Нет, есть. Я к тому, что, в смысле, я закончила здесь, заканчивала. А, хорошо, отлично, проволока есть еще, да? Все, сейчас еще одна опалубка и можно ехать домой. Что уронил? Рулетка. А, рулетка, совесть. Ладно. Совесть. Она что, у тебя была? Слишком сильно упала. Сильно упала. И когда нужно, ты ее достаешь, да? Да, она падает все время. Это хорошо. Все, мы уже вернулись со стройки, пару часов там побыли. Сейчас вообще благодать такая. Температура спала, солнца нет. Гусята здесь с копом слегли аккуратненько. Ждут чего-то. Как я и говорил, жара спадает, мы животных попускаем всех. Гуляют вот несколько часов уже вечером. И мне надо еще косить. Вот, триммер у нас ушел один на пенсию, который мы покупали лет 6 назад, наверное, еще, когда металлолом сдавали, там 1000 на 7, и он там 1006 что ли стоил. В общем, сейчас второй распакую, буду триммерить, травы много. Вот такой вот взяли, желтенький хьютер, стоит джоз, сейчас я его посмотрю, распакую, соберу и буду им работать. Так, ну вот это вот штанга к триммеру. Всегда было интересно, что в комплект кладут разные производители триммеров. Я уже достал, чтобы не шелестеть, пакетики снял, и я нашел очки. Это хороший бонус. Хороший бонус к триммеру. Ремень и шпуля. Посмотрите, какая огромная шпуля. В комплектах
редко такие видел. Вот большая пуля, не знаю, как она будет работать, надеюсь, долго и играющий. Ну и сам триммер внутри сейчас полностью вот соберем и посмотрим. Здесь, кстати, на коробке все было написано, что есть защитные очки, ранцевый ремень и еще диск на 40 зубьев. Он, наверное, внизу где-то лежит, я его не видел. И написано, что катушка Easy Load какая-то, с безразборной заправкой лески. Интересно, я таких не встречал. Обычно я разбираю, мучаюсь, там пружинки эти все потом запихиваю обратно. А эту не надо разбирать, интересно, как она работает. Надо проверить. Все, собирать было нечего, погнали косить траву. Ты здесь пока косил, у него звук вообще ощущался, как у мотоблока. Как у трактора, да? Да, такой мини-трактор. Ну, не большой трактор, а как вот такой маленький, как будто бы мотоблок. Он что, мощнее? Ну, мощный, да, он мощнее. И причем это двухтактный движок. Мы когда в доме были, с Саней тоже хьютер, и он четырехтактный купил и говорит, бери четырехтактный. Но мы уже двухтактный, поэтому я уже такой... В смысле, у него тоже хьютер? Он при мне завел, он такой, реально как трактор. То есть, получается, тот еще мощнее должен быть? Наверное. Там четырехтактный движок, по-другому все работает, бензин отдельно, масло отдельно. Саня, это вообще этот поклонник хьютера, у него это все там хьютер, и генератор, и... Генератор, и триммер, хьютер. По ощущениям, очень мощный. А вот эту шпулю, я так понял, что там, написано намотка, сверху есть такой вентилечек небольшой, и вот, видать, леску вставляешь, и она потом накручиваешь вручную, не надо ее разбирать. Интересно. Только когда сломается, там может демонтировать и убирать что-нибудь. А так, по ощущениям, достаточно мощный триммер. В общем, есть что косить, у нас там поле зарастает. Там вон много большой травы, я не знаю, вот она прям вот такая высокая. Ты пойдешь ее пробовать? Да, леска рвется на тех шпулях очень быстро, им не хватает мощности. Пойду попробую. Ну давай, у нас здесь у Кати ранение. Она упала и прямо на крапиву. Покажи малыш руку. Ой, а уже почти и незаметно. Вот здесь вот пока видно. Очень сильно обожглась она, так сильно было видно. Как ты? Как впечатление у тебя? Что жжет. Бедняжка. У нас Соня отсутствует, она в палаточном лагере, они с ночевкой. Смотри, как гусята бегут. Папа здесь косил, они испугались, убежали. И сейчас он прям гуськом все сюда. В общем, мы без Сони. Без Сони очень мы скучаем по ней, да? Ну да. Ладно, подождем Сонечку, когда она приедет. Ну, наверное, в этом видео ее так и не будет. Она там на 5 дней, по-моему, да? Да. На 5 дней уехали. Уже сверчки шумят здесь. Все уже давно хотят. Я вот так теперь хожу. Ага. Яблок, кстати, у нас на яблони в этом году, что очень даже странно, будут яблоки, и их достаточно много. Странно, потому что она через год обычно плодоносит, а в этом году вот есть. Ладно, гуси еще немного погуляют, всех покормим и домой, потому что завтра опять рабочий день, и он напряженнее даже будет в физическом плане, чем даже сегодня. Ты готова бетон заливать? Да. Ай, котяночек мой. Хотела вам, кстати, показать свои ромашки. О, меня крапива обожгла. В общем, купила семена ромашки. Посеяла их, и на упаковке было написано, что они на первый год не цветут. И на упаковке они прям, вот это вот желтая должна была быть маленькая, и все должно было быть такое махровое, прям везде все белое на картинке. Так красиво это все выглядело. Показывай. В итоге вот получилось, как получилось, и они очень похожи на мои те ромашки, которые дикарем растут. Ну, плюс-минус такие же, как вот эти вот мои беспородные, правда, они уже отцветают. Но тоже очень красивые такие.
Вообще красивенький вербеник до сих пор цветет. Это просто яркие желтые пятна. Я уже там со сколькими соседями договорилась, будем с ними делиться. Даже тетя Катя хочет такие кустики себе. Они здесь ходят, такие спрашивают, что за кусты такие. Цветут долго, очень красиво. Пахнут они вообще чем-нибудь, нет? Ну-ка. Нет, я вообще не чувствую, чтобы они чем-нибудь пахли. Пахнут. Чем-то пахнут. Но красивые, красивые. Вечерило. А эти лентяи так и лежат. Один только купаться надумал. Целый день едят, спят, едят, спят. Надо нам такую же лёжку устроить, как крышу поставим. Отпуск надо взять. Тём, я говорю, крышу поставим, и нам надо тоже отпуск взять. А то наши жиробасы только едят и спят, едят и спят. Совести у них нет, да? И не говори. Не работают, только едят и спят. Вообще ужас. А Катя вон мух поймала, в ванночку посадила. Сколько их там штук уже? Папа троих поймал, я одного. Ого. Тебя уже плохо видно, потому что темно, темнеет уже. Гуси. Ой, они реагируют на тебя? Гуси. Гуси. Узнали папку, да? Нет, не узнали. А кто ж, кто ж? Иди ты отсюда. Ага, гусак один дерзкий есть. Ты главный, да? Ты самый смелый. Ты самый смелый, да? А большие гуси вон там закрыты на поле, пускай немножечко гуляют еще. Те еще хулиганы. Самый смелый. Да? Самый смелый, естественно. Ну что ты делаешь? Зачем ты лёг там? Кто? Кто хотите? Вот, пожалуйста. Не уходит. Вот Тём, они же бомбочки свои там накидали, а ты лёг. Кто? Да? Точно? Серьёзно, что ли? Да ладно. Вот это они, что ли, такие засранцы? Рассказывают байки мне всякие. А ты чё туда лёг? Они там бомбочки свои кидают, а ты лёг. Да нет, я они вокруг меня. Да, будешь весь в удобрениях. Ого, ого. Пойдём домой, там полежишь на диване. Не даёт погладить. Он, наверное, думает, я что, девчонка, что ли? Я гусак. Что мне гладить? О, пришел. О! Ты бы хотя бы дождевик одел. Где он? Лаки, что с тобой? Лаки. Ну, давай, прыгай. Истощал вообще ужас. Потому что чаще надо дома появляться, Лаки. Слышишь? Нет? Ты посмотри, Настя, ты сам на себя не похож. Ужас. Ужас, повернись. Да. Вот вот эти вот твои гулянки ни к чему хорошему не приводят. Дома сиди. Отказываться будешь. Так, ладно, все, подключимся завтра уже. Не думал я, что нам понадобится еще раз бетономешалка, но мы ее привезли в прицепе. Жену красавицу забрал. Просто чтобы она так была, ну. Вдохновением. Вдохновением, да. И чтобы здесь ходила и мотивировала меня на работу. Вот. А что, я работать сегодня вообще не буду? Нет, можешь не работать. Достаем бетономешалку. Как раз таки мешок цемента еще остался последний. Я думаю, как раз в тютельку все уйдет. Пилы, да все доставай. А, нет, я тебя думала... достаточно. Пока Валя там в шоке. Короче, сегодня заливаем вот эти пятачки. И я забыл у одного пятачка, вон у того крайнего фронтона, заложить ППС с этой стороны, так как это здесь мостик холода. Я не говорил, нет, это будет холодное помещение. Кто-то спрашивал по поводу того, как сюда можно будет залезть. Вот там будут люки. Они еще не отображаются, но будет люк там и будет люк здесь. А здесь девчонок, получается, внизу комнаты. И будет лаз в коридорчика в люк. Люк, соответственно, с лестницей. Вот, никаких проемов вот здесь вот во фронтонах не будет. Такой конструктив мы выбрали. Для нас это показалось оптимальным решением. Об этом чуть попозже, когда будем лаги составлять и сделаем проем для этого люка. Все увидите по ходу дела. А сегодня заливаем кучу бетона на вот эти вот площадки у фронтонов. На вот эти вот пятачки
Вот они здесь уже все заармировано. С опалубкой нужно по 3 ведра бетона. Мы сюда выливаем бетон. Можно ЦПС, конечно, но я в целях экономии решил сделать щебнем побольше, чтобы поменьше цемента уходило. И, в общем, погнали. Ну что ты, драгоценная жена моя? Я притащила инструмент, который более не нужен сюда. Уже можно только бетономешалку вытаскивать. А я думал, ты бетономешалк притащил. Что? Да я шучу, шуткую, давай. Прет. С утра прет меня, да. Съел что-то. Пилы не нужны достаточно. Меня, думаю, бетономешалку притащил. Я в шоке. Да, меня немного прет, да. Вот что значит поесть укропа с утра пораньше. Лекарство не принял свое с утра. Все, ладно, тяни, толкай. Здравствуйте. Здравствуйте. Волшебная смесь готова. Да, надо быстрее, а то она застывает. Ну, потому что на улице жарковато. Все, я наверх заложу, да? Первый пошел. Так. Пожалуйста, быстрее надо это делать. Артем Андреевич начинает гнуть свою линию, да. Арматуру на U-блоке. Совершенно. Он, прикинь, ты уже забыл, как это делается. Я все вспомнил. А, вспомнил? Да. Как ты говоришь, там опыт не пропьешь? Да. Даже не пытайтесь. Да. Идеально! А все почему? Почему? Потому что жена идеальная. Так, я поняла. Тебя по утрам укропом кормить нельзя. И все-таки этот дождь пошел. Там уже просвет, я думаю, это будет недолго. Но он все-таки пошел. Надо собирать электроинструмент. Ух, какой холодный. Дождик с той стороны прям так страшно, но он все равно просвет есть. Так что чуть отдохнем и пойдем обратно, как дождь закончится. Или поехали домой. Остаемся. Да он уже заканчивается, просто напугал нас. Мы настолько устаем, что забываем снимать. Быстро-быстро хотим закончить все. Но сейчас подсниму, мы уже много что сделали. Залили вот те пяточки. Подготовили самую главную, ну, первую опору на первом фронтоне. Опалубку и арматуру сюда уже заложили. Будем заливать эту часть. И балку в U-блоках. Надоконную, соответственно, тоже сюда арматуру заложили. Десятки не было. Двенашку заложили. И хомуты с шагом 400 мм. Этого, в принципе, достаточно. Можно и десятку было укладывать. И вот эту нишу тоже сегодня зальем. По нивелиру, кстати, уже сделали разметку, на которую нужно опалубку выставлять. И почему-то этот фронтон ниже, ну, чем по, если относительно нулевым отметкам и чертежам. То есть 185 мм должен быть монолитный участок, а здесь по расчетам 193, что ли. Ну, в общем, опалубку нужно выставлять выше на 193 от вот этого участка. Возможно, где-то ниже, где-то выше. Ну вот, по нивелиру все четко получается. Привет!
Здрасте. Пожалуйста. Ведерко инструмента заказываем. Заказываем. 50 рублей килограмм. Ого. Ну что, уставшие, но довольные, мы едем домой наконец-таки. Ура! Ура, да! Последний пятачок, вот он здесь, видите, мокрый весь. Он последний был, залили где-то 5 замесов у нас вышло, 5 бетонных шалок. На вот эти все маленькие вроде пятачки с виду, но столько в них влазит. Парадоксально. В общем, ладно, поехали домой отдыхать. В прошлом году зимой, вернее вот этой зимой, так хотелось вишневого варенья. Поэтому мы купили немного варенья и сейчас будем делать с них... Ой, немного вишни и будем делать варенье. Купили немного варенья, будем делать варенье. Поможешь мне? Купили немного варенья, будем делать вишни. Ага, я уже попробовала косточки вытаскивать. У меня нету специальной этой приспособы. Поэтому палочками для суши. Сейчас одна мне, одна Кате. И будем с ними... оторви их. Катя специалист. Ну, что-то как-то не очень. Их не... Вот так вот, да. Все, приступаем. Сейчас быстренько надо все почистить сахаром. И пускай варенье варится. Мне, кстати, в прошлый раз написали, что Валя, ты быстро варенье варишь. У меня мама варенье каждое варила не меньше недели. Я думаю, что мне еще учиться. Я буду пробовать. Надеюсь, вишневое это варенье у меня получится не жидкое. Так, пускай там плавают. Все сейчас помоем и начнем их чистить, потому что непонятно, сколько грязи у них там. Вся вишня уже почищена. Буквально один контейнер я забрала для того, чтобы пирог зимой испечь. А остальное сейчас засыпаем сахаром. Она немножечко простоит и несколько дней я буду варить варенье. Надеюсь, у меня в этот раз получится все хорошо. Давай, Катя, сыпься. Да, мы вот так вот не видим. Угу. Главное, когда мы чистили, Катя пробовала, ей не понравилось. А сейчас с сахаром. Может, так и надо сделать? Может, отложить немножечко? Угу. Ну, вот отсюда давай. Да. В город поедем, еще можно купить. Угу. Знаешь, что я заметил? Что? Мы сегодня долили наконец-таки на фронтонах эти вот пятачки и такие, уф, можно отдохнуть, завтра там не торопиться, что-то не делать, тем более дожди у нас там пару дней начинаются. И я заметил, что наш дом другого мнения, он такой, отдохнуть хотели, а ну-ка иди сюда. Вот давай, вот здесь вот капать сейчас начну. Вот я не знаю, сколько насос скважины у нас получается, работает беспрерывно. Я только сейчас это заметил, я не знаю, ночью, скорее всего, тоже он молотил. Он качает воду, реле не срабатывает, и все время работает. Я его проверил несколько минут назад, наверное, полчаса назад. Выключил, проверил. Думал, обратный клапан. Продырявился там и прохудился. Пропускает воду. Нет, держит давление, показывает на гидробаке. Вот он не доходит, настроен. Я не знаю, насколько он настроен. 3,2, наверное, настроен. Реле, этот реле давления, чтобы он вырубился. Он не доходит, да, ему не хватает мощности. И, скорее всего, это из-за того, что у насоса вот эти вот расходники, которые рабочие колеса, там центробежный насос стоит, прохудились. И надо, наверное, его вытаскивать. Я надеюсь, что только они, потому что там ремкомплект там 2,5-3 тысячи стоит, как минимум, не знаю, для этого насоса. А может купить новый насос, поменять и один, чтобы в запасе был. Потому что сейчас что получается у нас? Мы без воды или просто с розетки вытаскивать? Ну, приходится вот так вот вытаскивать, все время включать-выключать. Мое предположение, что это, скорее всего, вот эти вот колеса рабочие внутри насоса. Вот. Я уже почитал информацию, что есть винтовые, центробежные, винтовые, это Schneck, 1500, но насос ходит 2 года, вот этому 4-5 лет. Нет, если посчитать, цена ремкомплекты плюс насос и так далее, это оно к тому и выходит. Если из бюджетных, то да, то, но чаще менять надо, если вот дешевле купить. Короче, я не знаю, скорее всего, это вот эти вот колеса надо менять. Что-то у соседей там собака набрывается, что с ним там? В общем, мы хотели отдохнуть, но дом говорит, извините, нет. А еще у нас этот бойлер скрипит. Его или чистить надо, или я не понимаю, он там уже нас предупреждает. А нот менять?
уже капает, там надо кранчик поменять, американку поменять. Я тогда не поменял, потому что у нас стройка, и вот он опять закапал, я думал, пройдет, нет. А вот, кстати, по поводу гидробака. Посмотрите, что с ним. Они все, что ли, так ржавеют? Он же во влажном помещении, вот видишь, вот где он Ну не хотелось бы. Тем более в жару такой конденсат постоянно здесь, вон, видишь, образуется. Да, и под ним там все текет. Внизу. Вот это вот в новый дом, вот я бы не хотела такого. Может, какие-то гидробаки специальные есть, которые не ржавеют? Или это мы покупали самые дешевые? Они все одинаковые. Мне кажется, они все одинаковые. Единственное, что один бывает вертикальный. Бывают горизонтальные, и, скорее всего, там, может, подножки какие-нибудь высокие у больших гидробаков там от 100 литров. Я не знаю. Но здесь вот в жару, вот, ну, конденсат течет 7 лет этому гидробаку на 60 литров. И если только там его подкрасить где-нибудь потом, все равно со временем надо будет. Ну вот, короче, плюсы жизни в своем доме. Если что-то сломалось, чинишь все сам. Ну или вызываешь. Зато дешевле, зато знаешь, как, что и... Горе, горе новым производителям там чего-то там. Я сделал уже свое старое, все, не надо мне. Ладно, выключай, до сих пор этот работает, гудит скважина. В общем, что пока решил, непонятно. Чинишь этот или? Да, сейчас еще посмотрю, мало ли, может, реально этот обратный клапан. Но давление вот на одном месте стоит, скорее всего, вот мои предположения правильные. Придется доставать насос. Может, уже завтра, послезавтра. А ну то да. Надо отдохнуть. Пока работает, розетку перетыкивайте и все. Ладно. Thank you.